И профи! Профи? Компания профи. Профи. Компания профи? Профи. Профи в лице всех ребят. Компания профи. Профи. Спасибо, профи. И компания профи. В компании профи ЛТД вспоминаю, как мы первый раз познакомились с Денисом, с Женей. Компания профи. Мы вас поздравляем с вашим 13-летием. Почти юбилеем. И вы вот за профи являетесь профессионалами. Радуйте нас новыми задумками, техникой, идеями. Короче, процветания вам. Дорогая, любимая, компания профи. Я поздравляю тебя. Спасибо. С 13-летием и твою всю большую команду с 13-летием. Это самая крутая команда, с которой мне доходилось работать. Лучшая в Украине. Спасибо компании «Профи» за то, что делает нас немного ближе к будущему. Всегда новые штучки, ими показываются, обыгрываются и сразу же применяются. 13 років – це коли підлітки починають пробувати все. Починають пробувати все наперекор дорослим. Тому, друзі, не бійтеся, експериментуйте. Как красиво вы умеете делать, насколько это ярко, насколько это феерично, и какой праздник благодаря этому появляется. Потому что артисты – это хорошо, а дополнение к артистам – это, конечно, техника, это Ребят, сцена, это делать? Свет, это кинетика, которую вы делаете уже третий год подряд. И за это Давайте вы получаете низкий поклон. На спине проекта «Профи», идет дождь, короче, тёлки танцуют развратные. Днем рождения, профи, люблю вас! 13 лет такая достаточно интересная дата, в ней чертовщинка есть. И ни один концерт, по-моему, без магии не проходит. Чтобы все полетело и все завелось, всегда нужно немножечко поколдовать. Я желаю, чтобы в скором будущем компания «Профи» смогли построить свою цивилизацию, да? Из света и звука, свой город вообще вот взяли и построили. Потому что микрорайон уже есть, так точно. Вы об этом убедились после премии «Эмма Мьюзик Эвардс». Вот, ребят, 13 лет только начало. Низкий поклон от себя лично за последнюю нашу совместную работу, безумную, за наши бессонные нервные ночи и дни. Вот. Спасибо огромное, пацаны. Ребята. Эта компания, она способна решать задачи мирового уровня концертного. Вот. И мы это сегодня видели на нашей премии One Music Awards. Вот. Причем видели это сегодня не в первый раз, и не во второй раз, а уже в третий раз. Вот, поэтому я хочу пожелать, я даже не знаю, чего пожелать, потому что если вы будете расти так, как вы растете последние несколько лет по сравнению там, со всей историей 13 лет, то там, через пару лет мы вас уже вообще здесь в Украине не увидим, вот, поэтому я хочу нам пожелать, чтобы вы оставались с нами. У ребят столько много идей, прибамбасов, технических всяких названий, которые я не скажу, но я точно могу сказать о том, что это профессионалы на рынке, с ними всегда удобно, хорошо работать, и они дают хорошие скидки. Спасибо. 13-летие. Буквально. Я хочу сказать, что это было самое наимоверное выступ за останній час, потому что все было уже феерично, классно, яскраво, и все дуже на высоком профессиональном уровне. Бажаю вам, пацани, дуже багато здоров'я, бажаю вам дуже багато роботи, багато грошей, платіть ПДВ, платіть податки, заробляйте гроші, їдьте на крутих машинах і взагалі викликайте. З днем народження. Ще більше подобних мероприятий, і взагалі любих мероприятий, які, як завжди, проявляються максимально професіоналістично. Респект вам і уваження від музикального сообщества. Признательна вам за то, что вы были в моей жизни профессиональной, то, что вместе с вами мы реализовали кучу проектов классных, успехов вам, классных проектов, медийных, не медийных, потому что на них можно заработать кучу денег, это правда. Все еще, я надеюсь, еще в этой стране можно на этом зарабатывать. Это звучит, конечно, может быть немножко странно в текущих трендах, но это правда. В общем, ребят, развивайтесь, растите, то, как вы растете, это пример для огромного количества молодых компаний. Вперед и только вперед. Запорожье forever. Я вам искренне желаю
гармонии каждому сотруднику компании «Профи» в личной жизни. Я не представляю, друзья, как с вашим графиком вы находите время для своих семей, для ваших жен и ваших детей. Сейчас это поздравление им за их терпение, за их любовь к вашему делу. Творите, созидайте. И дай Бог мне, Кише, когда-нибудь с вами посотрудничать. С Новым годом вас и с днем рождения, ребята. Вы крутые. Спасибо вам большое. Никогда вас не целовала. Буду целовать. Компания «Профи». Я вас вітаю, бажаю крутих концертів, великих перемог, щоб завжди були під боком. Я вас цілую. Ми даримо вам отакий букет.